И всем привет, ребят, с вами я, Влад Лоу, и со мной Коннек и Грейпис. Не знаю, как называется. Давайте. Майнкрафт игры. Майнкрафт игры и Коннеки. Чё, молчишь? Здравствуйте. Еще мы продолжаем играть, это уже троём. Мы хотели пройти вместе троём. Чтобы пройти эту страшную игру. В камерах никого нет. Может, переключиться найдем? Тут нету туалета. А где он? А, вот он. Мы такие слепые. Я взял. Все. Да блин, нафига ты встал рядом с двери? Так невозможно открыть. Все, можно проходить. Дверь немного пофлексил. Жестко флексит. Васаби. Есть что-то в батарейке. Ой-ой-ой. Так, проверяю тут. О, батарейка. Еще батарейка. Темная комната. Темная комната. Как тут темно. Очень темно. Мы как будто... Блин, тут 4 предмета лежат. Я думаю... Это кто? Я думаю, никто не уронил штуку, какую-то бокал на темную комнату, которую я тут лутаюсь. Думаю, нет. Кто-то идет. Я думаю, ты не на моем стороне. А то я тут просто лутаюсь. Ема! Кто рыгает? О, фига! Как? Че? Он дверь открыл, слизень. Как? Он такой маленький. Он не может... А вон ты! Смотри, я закрыл, он открывает. На меня! Да на меня давай, давай на меня. Он застрял. Давай, да я тебя, давай, ко мне. Вот молодец. Можешь убегать. Я еще ключ отсюда не взял. Давай, бери. Скорее. Я ищу. Она пока что меня тюрит. Меня подгоняешь. Ай, укусил меня. Но все равно мало хп тратит. В этом кабинете, в который я сейчас вышел, есть аптечка. Ай, опять укусил меня. Мне тоже надо. Ох, привет. Как бухи идем. В том кабинете есть аптечка. Аптечка? А что ты остановился? Ой, я под стол могу спрятаться. Кто? Можно под стол. Да блин, опять с камер. Конечно, боговый на нее много игра. Да блин, успокойся, игра. У меня камера вообще жестко. На. А, птичка! Ой-ой-ой-ой-ой, птичка, не пугай ты так. На тебя? Я веду ее на темную комнату. Зря. Я закрыл дверь, а там слизь. Я сейчас банку какую-то кину, найду, только бы поскорее. Так. Я дробовик нашел! Емать, жесткий. А, я еще патроны для дробовика. Я не знаю, ты не сможешь так выкинуть. Нафиг это фонарь выключил? Она все равно этого фонарь не может видеть. Она чувствует. Фонарь. О, ну я ранен, могу птичку взять. Фу, надо ее рогать. Хоть сейчас мой еще урод порыгает. Семир так жестко флексит. Тыщ, нафиг. Я приманиваю его посерединке, рядом с двери лестницы, если что. Я думаю, никто там не посерединке. Патроны или есть? Нет, нету. А ты что, ты всегда будешь бояться, что ли? Да, и оно прям... О, ключ от лестницы. У нас один только чел, у нас только один Грепис играет, Майнкрафтер, он только один спидранит, а мы тупим. Вы тупые. Да, но все равно надо лутать, все открытым оставляем. Жестко флексит. Вот где она там гуляет? Я вижу ее. Она прям спереди меня. И... Ай, блин, напугал ты слизень меня. Я не знаю, где он выглядит. Батарейка. Семи так жестко флексит. Еще она в темном. Здорово. Она там. Вон там. Сейчас. У меня патрон нет, но я хочу посмотреть. Не вижу ее. Она была там. Да, она уже до посерединки дошла лестницы. Походу, шла. Я думаю, кто-то туалет проверял. Нет, никто не проверял. Да нет, вот открыто. Это я. А, ты только, слушай, открыл? О, что я нашел? О, кабельная катушка. А еще пистолетик. Понятно. Она пересерединки. А, понятно, какую... Всадил.
Понял, какую вот эту ключ надо? Вот такую, когда ты как вот, вот. Я говорю, ты такой ключ его взял? Ой-ой, он призывает. Ой-ой, нормально там? Она, давай сдохнет, сдохнет сейчас. Ема. Она тебя сейчас убьет. Не, я пробежать попытаюсь. Ой, все. Минута одна жизнь. Я думал, у тебя сохранился ключ лестницы. Да. Не был рядом. Да. Она в текстуру ушла. Она в текстуру даже может. Да ты вы издеваетесь, у вас минус одна жизнь. А, ты под кровать. Эмма, что за баги такие? Что за баги? Ты что там творишь? Баг, забагался. Ну хоть ты уже прятаться на. Ой, он рядом, не высасывайся. У тебя дробаш? Да, я говорил. У меня патронов нет. Осторожно, убьет, а то. Че дротик не сработал? А, да, ему да, на две пули. У меня тут. А, все. Надо две пули ему дротика. Да, второй надо найти. У кого есть дротик? У меня нет. У меня нету. А тут я знаю, я дротик видел. Тут он где-то. Кстати, Влад, ты же мне можешь пушку скинуть. Да. Ау. У самого пока что патрон есть. Я лучше сам. Я... Вот тут дротики две лежат. На темной комнате. Я забрал. Он прям рядом. Нифига, две дротики. Давай. Где твой... ты? Я тебя заберу. Спасу. Да, нифига. Давай, в голову ее. Походу ты ближе. Я в хедшоте. Сейчас, она вырубится? Под... Давай, вырубись, нет, бежать. Нет, подожди, надо посмотреть. Алло, что она не вырубается? Что такая бессмертная? А, все, все, все. Все, можно спидранить. Пока. Она встанет, да, где-то вот через одну минуту. Сгол, быстрее все. Она через одну минуту спанится. Во-во-во-во. Давайте, открывай лестницу. Дай. Давай. Не говоришь, что у тебя нет ключа? Кто сказал? Кто сказал? Вот кто. Ну, что не открываем? Вали. У нас одного... Майнкрафт ИГ потерял одну жизнь. О, вот тут в подвале могут быть патрон дробовика. Закрыто. Открыто. Так. Здесь закрыт. Не надо патроны. Здесь где-то лежит эта... Карта доступа. Я как... Это откуда... Как... О, все, я взял патрон дробовика. Делал здесь где-то патрон. Я взял карточку, если что. Ключ, может, ты взял. Она тут. Владок. Да она еще лежит. Она уже? Она еще лежит. Я слушаю. Стойте себе на месте. Да она лежит вот. На камере лежит жопа. Чего у меня нет карты доступа? Я только что ее взял. У тебя не карта доступа, у тебя просто ключ. А, у меня просто ключ. У меня три ключа. У меня три ключа. Вещи давай. А еще наверху. Я думаю, она не проснулась. Она еще не проснулась. У меня есть дробовик пожестче. Она ближняя, конечно. Нет, я лучше туда пойду. Привет, слизник, как поживаешь? Может, ты пойдешь за мной? Вот сюда надо как бы. Но я боюсь, она сейчас резко проснется. Не проснется, я за день ее стою. У меня три ключа, я не знал. Где вещи? Я бегу еле. Мы на первом. Все, открыто васаби. О, тут кот из что лежит. Его там нет. А, ну тут. Вы на первом этаже? Все. Сейчас такая проснется. Она сколько через минуту просыпается вообще? О, я вас вижу. Иди да. За мной. Ты что смотришь, блин, бомжа? Иди сюда, иди назад, дурак. Че? Ну, ко мне я иди. На карточку. А, ты взял? Чего? Да. Кстати, мы не можем принять вообще. Я уже взял карточку. Потому что здесь было бы много баллов. Не, конечно, понимаю, но почему мы не можем пройти люди? Зеленый. Итак, кстати. Проверяем сразу вот эту дверь. Я захожу. Я ключ взял. И батарейку. Батарейка. Бери. Ой-ой-ой-ой. Все, она проснулась и пошла на наш спаун. Есть еще дротик. Да блин, нечаянно пошел под стол. Дротик есть. У меня тоже. Там вон. Нифига, еще две дротики взял. Где? Вот, где мы были сейчас. В комнате. Нифига, ты сейчас здесь патрон наберешь, будем ее всегда врубать. Там. Вот он. Тут. Она пока что проверяет тут. Вот. Она не может ходить! Вот. Она забагалась! Где она? Мы ее забагали. Не факт. Но она может разбагаться. Она тут. Да, она и так присединка, она забагалась. Она уже.
Она идет. Она пока что еще баганая. Она идет уже. Она у меня баганая стоит, смотри. У тебя забагала игра. Интернет. А все, она идет обратно. Все, идет обратно. Подожди, откройте кто-нибудь около меня калитку. Это ты, что ли, стрелял? У тебя дробаш. Ты Владик. Я его звук привлек. Ну сейчас мы... Да блин, дверь! Да... Костя, ключ-карта, подойдите ко мне. Да... Да где ты надоел? Дай! Вот наконец-то! Что? Что у тебя? Мне нужно дверь открыть. Две двери. Три двери. Кто, за этим громких звуков можно проходить на... Да ты, Канеки, надоел! Ой, так не говори, что она на лестницу идет. Нет. Я вижу ее, ну... Тут пакетик. Привет. Она открывает двери сама. Да. И она зашла, все. Некоторые двери она полностью выламывает, чтобы мы не могли закрыть. Слизень, уйди, я тебя патроны не буду тратить. Семир, так жестко флексит. Так. Я в туалетах. Ты просто гуляешь и двери тебе проверяешь. Да. У меня три ключа, я не понимаю. Я просто проверяю двери. Жестко флексит. Я нашел. А я батарейку нашел. Я нашел патроны. Иди ко мне, Влад. Я нашел патроны. Иду. Что? Открой. Че, может вот это? Нет, это не от этой ключа. Я патроны нашел. Всё, надо тихо. Почему он рядом со мной? Слизь. Привет, слизь. А вот она. Идет, привет. Вот тебе дробовик. На, все, все патроны потратил. Теперь ты выруби ее. Попал? Да, один раз. Иди. Пацаны, меня это слизь же. Нужно подождать. О, еще патроны дробовика. Все, все, все. Она вырубилась? Она ходит, но не вырубилась. Но ей еще мало осталось. Не стреляй, не трать патроны. Она уже все. Пиды. Да блин, ладно, пусть бегает пока. Бэээ. Что. Все упало? Все сдохло. Семир так жестко флексит. Откуда мне два ключа? Я сам даже не понимаю. А, все, у меня все. Мне, кстати, патроны. У кого есть ключ-карта? А ты что там заперся? Кого никто тебя сзади не убьет. У меня только фонарик и планшет. Опа. Я нашел ключ-карту. А нет, у меня нет ключа от подвала. А ты какой-то ключ взял? Ты же какой-то ключ взял. Ключ? Так это не от нее. Тогда в самом подвале я взял ключ от этого. Нет, короче, у меня нет. Патрон от пистолета. Мало патронов. Что-то мало патронов от дробовика. Ты быстрый слишком. Я медленный. Ты чего он медленный? Вот это? Птичка, сейчас над тобой так поиздеваюсь. Ты гонишь? У тебя неправильно ключ-карта. А у тебя есть ключ-карта? Высоте нет. Нет, у меня доступа. Только... Вот, смотри. Еще у меня нет. Так бы не проходили тут 2 часа где-то. Кстати, у тебя карта от лифта, походу. У меня? Да. Несколько. Смотрите, откройте где тут дверь. У меня все равно нет ключа ни одного. Так. Давайте смотрим все внимательно. Первый этаж мы все посмотрели внимательно. О, я уже нашел ключ. Это, кажется, от подвала. Я тоже нашел ключ. Либо вот от этой двери. О, он тоже взял ключ. Я нашел ключ, да. Сейчас примем, сейчас примем. Иди оба ко мне. Вот эту дверь. Подожди, иди назад. Где? Вот это вот. Ты думаешь, вот это? Может быть. А где? Который там лом лежит? Да. А, вон вы. О, а это правда. Наконец. Да. Мой бедный дверь, что мы с ним делаем? Да блин, почему вы можете пройти, а я не могу? Так, что там? У меня код последняя цифра. А, понятно. Да, открой мне даже... дверь, козлы! Один раз нажимаю, он багает немного дверь. Да. Да хватит нажимать! Я не отжимаю ничего, я жду, когда ты вот... Ты что сквозь дверь пошел? Вообще-то не насквозь. Видишь, я не могу. Да. Нормально, типа? Да. Она проснулась, понятно. Где она? Да, она где он его вырубил. Так возьму. Кость, ключ, карты еще, кроме синей. Нам нужно красную карту. Так, где она уже? Ищем красную карту. Ищите птичку. Зачем нам ее? Я вырублю. Тут слизень в туалете срет. Не буду ему мешать. Это мой. А, это ты, который в ловушку чекил. Это что за... Идите ко мне. Только не берите, пожалуйста. Ты где?
Это банка баганая. Смотри, у тебя тоже? Чё? Он меня не... Чё я вижу? Я ничего не вижу. Я ничего не вижу, ты чего? Попробуй взять. Я не мог. Да у меня даже зелёный. Я её взял. Чего, блин? Ты чё кидаешься? Отходи, сейчас я её это... За один выстрел. Пипец, я обосрался. Ты какой ключ взял? Привет. Ты, кажется, ключ от подвала взял. Канеки, тебе надо подвал пойти. Сейчас, подожди, пусть сдохнет он. Я тогда пойду отсюда. У тебя что, все патроны закончились? Нет, у меня перезарядка. Сколько у тебя патронов еще, дротик? А, все, оно забавилось. Иди. Сколько там за дротиков еще осталось? Ты что, ты открываешь? Сдохни уже. Она близко. Ема. Она такая медленно идет у меня. Она как улитка бегает. Что с ней? Алло, прошу. Давай уже умирай. Что ты такая бессмертная идешь? А все, вырубил, все. Можно идти. Давай, иди в подвал включай. У тебя же ключ от подвала. И пошли в подвал. Да нет, у меня ключа от подвала. Да нет, я про коннеки. Я про карту синяя. А тебе надо красный, чтобы открыть его. Пошли пока что подвал, он где-то тут. Синий отображено. Да это все, там тут везде синий. Давай, пошли в подвальчик. Ключ у тебя подвала. Ты сейчас все понасобираешь. Будешь. Какое страшное существо. Патроны от пистолета. Ой, зелененько. Давай, ждем тебя. А тут пакетик. О, открытая дверь. А, она открытая. Чего? Ты правда его потратил, я тебе говорю. Да, все, можно. Сейчас у меня еще ключ есть. Подумаем. До сих пор. А, я понял, куда этот ключ надо. Куда? На втором, на первом этаже. Ясненько. Пока что... где много столиков? Ну ты знаешь, где столы стоят много. Да, ясно. Наверху можно не проверять, а ну тут ничего нету. О. Чё? О. Еще один ключ. Ещё, да сколько ты уже ключов? Ты уже две... Да, две пары ключей. Давайте уже, пока она не проснулась. А, блин, слизень, не пугай меня так. Да, походу, от... Давай, я знаю, куда это надо. Один ключ, а вот это другой ключ. Я на первом этаже, она все еще спит. Какая жопка сладенькая. А, могу сказать, она девочка. Тебе не стыдно. Откуда ой, у тебя такая... Куда она ползет? Труп ползет. Тут труп у меня ползет. Она ползет, она тут лежала. Она что, ползет? Подожди. Она ползет у меня. Че за... Она испарилась. Чего? Где она? Она испарилась. Она, походу, где-то тут. Она испарилась. Че это было? А, она уже тут. Где? Ема. Живая? Она у тебя на первом этаже? На втором. На. Я, как? Чё, кайф? На тебе ещё, блин. Понял, у меня дробовик, говорит. Крепкий. Сейчас. Бежит ко мне. Беги, беги, ты меня не догонишь. Ты как улитка бежишь. Ты гонишь медленно, не подглядишь. Это же москвич. Она что, вырубилась? Она москвич? А нет, она что, не вырубилась? Она только за дротиков вырубится. В лифте нет электричества. Да я знаю, ты быть ко мне на первый этаж идти не давай, не тупи. Как мой брат. Не на первый. Давай уже сдохнешь, ты наконец-то, птичка голая. Давай, беги за мной, я отвлекаю ее. Ком она? Может, тут карточка будет красная? О, молодец. Блин, ладно, ты открывай, я не буду. Пропускаю тебе место. Да ты пошел ты. О, мне надо батарейку. А фиг тебе. Ой. Я сказал, тебе нельзя батарейку. Взял ключ, ты взял ключ, Влад. Я не ключ взял, я код взял. Ты взял ключ и код. Какой ключ? Я не знаю, что. Нет, у меня код. Это ключ кода. Это у тебя ключ и код? Да, у меня только код. Ключ? Ключ у меня нету.
Егор? Так, у Егора последний один ключ остался последний. Третий, как сюда. Блин, где последние двери? Где тут еще закрыта быть дверь? А куда карта там? А, ну все, я понял. Мы уже все. Карта вот здесь. Лифт. Вот синий лифт. Надо красный, нам нужно красное. Да. Кетр. Пропуск. Я все внимательно смотрю просто и все. Так, кто все здесь? Нет, я все внимательно смотрю. Нету. Очень внимательно. А я не помню уже. Можно ли взаимодействовать с коробкой? Я пока что все смотрю внимательно. О, она птичка. Она проснулась. И я ее умный. А, она опять... у меня лежит. А, у меня как бы идет. А вот ты у меня. Она у меня лежит. Подожди, я подойду на нее. Покажи мне. Тут что ли? И где? Вот. Она у меня дохла. А слизень все еще в туалете остался. Так он и должен там быть. Вот она поднялась только что у меня. Походу я вижу. Садил первый. У меня нужен второй патрон. У кого есть дротики с собой? У меня нету дротиков. Есть... А вы даже дротики не можете. Снаряды от дробовика у меня есть. Патроны, снаряды. На первом этаже тут много дротиков лежат. На втором, конечно. На втором этаже. Пока. Могу дать, если что, оружку. Только нужно, чтобы к ним патроны. Я были. Хороший снайпер. Давай, Влад. В тубике. Кстати, Влад, у тебя есть нет. Патроны на дробовик? Да у меня все закончилось. Мы в тубике. Мне сюда тогда. Не. Чуваки, мы в тубике. Не, дай патроны, Влад. У меня есть. Ладно, даю. Зато быстрее дал? Буду бегать. И а зато где? Быстрее буду бегать. Я его выкину. Она вот тут. А. Давай уже слепым не будешь. Компьютер разбили. Так, где? Поможешь. Тогда идите все вот туда. Вот туда. А я ее на себя приманю. Идите все в дальний коридор. Да я и так на дальний. А я здесь ее приманю и убегу от нее. Так, я не... Все равно патроны не, мы не можем ключ найти. Да. У нас только один код не хватает. Все, у нас весь код. Нет, один код не хватает. Егор, у тебя сколько цифр? У нас один код не хватает. У нас один код. Тогда двух кодов не хватает. Еще один не хватает. У меня один, у Егора, у тебя два нуля. И у тебя один, Егор. У меня первая цифра один. У Влада две цифры нуля после моей. Код? У меня есть пистолет. Все, мы заблудились. У меня есть патроны к пистолету, у меня есть... Все, мы заблудились, да? Дробаш, типа? Нет, теперь пес. Вот где вот этот ключ использовать надо? А, это я знаю. О, дробовик мой лежит. Давай, бери, Влад. Будем все вооружены. Давай, Влад, бери, Дробаш. Нет. У меня пес. Блин, куда по... Так, у тебя ключ какой-то от двери, я сам даже не знаю, это какой. А, слизь! Я буду искать запертые двери. Привет, есть пока. Просто я лечу. И только. Так, все, она все еще лежит, эта лисичка. Сколько мы уже минут проходим эту игру? Несколько. Мы последний ключ... Кстати, мы же... Ты что сквозь птички прошел? Потому что она дохлая. Она у меня вот бегает, баганая такая. А у меня она сдохла? Понятно. Я ее уже убью. Она сейчас тогда воскресится, раз у Влада набегает. Все, мы все потерялись. Да. Мы больше не найдем. Я не знаю, какой... Потеряли пацана! Больше не берем. Вот у него, вот у нас коннеки ключ. От кого? У меня есть... У нас тут все открыто. У меня есть ключ, код и синие карты. Патроны, все. Птичка у меня просто багная бегает. Я нашел красную карту. Это там на втором этаже. Она меня убила. Как? Видишь, она меня убила. Она у меня лежит, смотри, вот. Меня труп убил. Да. Тебя убил труп. Ну да, бывает такое. Просто смерть, привет. Бывает такое. Егор, она у тебя ходит? Нет. Просто стоит на одном месте? Я вообще не вижу. Мы все, кажется, не пройдем опять игру. Давай где ты там? Мы сейчас на опять. Меня. А где ты сам? А, я около входа нашего на второй этаж. Все, мы, кажется, не найдем последний ключ, что ли? У меня есть ключ-карта красная. О, да-да-да, все, нужен. А, туда. Около меня тут чудовище. Так оно у меня. Че? Да.
Давай. С тобой рядом. Я бегу к вам. Не факт. Давай, иди пока что открывай. Открывай пока что. Иди открывай. Она далеко. Ой, Грапис, я тебя вижу. Она у меня тут. Осторожно, уйди от меня лучше. А это Влад. Я бегу, я тут, я тут. Грапис, иди на меня. Пошли, пошли. Иди на меня, я Грапис. Пошли, давай, откроем давай. Дверь. Да. А, блин. Да ну нафиг, она тут. Ты куда побежал? Давай, пошли обратно. Погоди. Пусть она врубается. Сейчас. А что ты вниз смотришь? Собака. Это фигня. А вот, вот. Вы где? Я вообще перешел в другую сторону. Не заходи сюда. Выходим, уходим, уходим. Я жду вас. Я жду вас. Давай, давай. Я покажу тебе, куда идти. Да, срежь место. Давай, вот сюда. Я жду. Я жду тебя. У нас только один код не хватает и все. А, только надо код активировать и молот сломать дверь. Да. И все. Давай, мы ждем тебя. Я высадился на дротик. Ну ты нафига. Тут что, на втором этаже много еще патронов. Дротиков. Патронов, но не дротиков. Все, заходим. Вот здесь их много. Так, может тебе тут на все... Ой, блин, это патрон надо... Нашел код. Я лом! Ты лом нашел? Да. Вау, это очень полезно, очень. Отвертка еще нашел. Я еще отвертку взял. Две цифры-то в коде мы можем подобрать. Чуваки, идемте на... На самый верх. Чего ты последний код взял? Да, идем на самый верх. Идем на самый верх. У меня, давайте, давайте. Идем на самый верх. Я думаю, синяя карта правильно подходит. Да, мы все. Мы все собрали. Идемте. Нам просто нужно на самый верх. Вот птица меня. А я просто разве. Давай, бежим. Давайте на улицу. Вот тут она. Я не знаю, правда синяя карта надо? Я не помню. Мы уже проходили. Еще тут была желтая карта. Тут еще была желтая карта. Неважно. Не кажется, что от желтой карты это быть. Ну, сейчас проверим. Кстати, когда выходите с лестницы, нужно просто идти прямо. Как выходите, так сразу идти прямо. И ломайте тут этот, а я кодом веду код. А я сломаю. Да, вообще здесь не нужен здесь не нужна карта. Все, нужно код. Так, показывайте мне все инвентарь. Показывайте мне все инвентарь. Давай. Последние три, предпоследние. У вас нет карты. Доступа. У кого кто-нибудь, у кого есть любая карта, нажмите. У меня нет вообще. У кого-то карта доступа. У меня. Может, синий подходит? Нет, все. Так, вот. Это неправильно. Правильно все. Не карта быть желтые. Так, открой инвентарь свой, покажи мне. Покажи мне. 0-0. Сам так, впереди. 1-0-0. Непонятная цифра, 3. Да? Так, давай, 1-3. Сначала так попробуем. Так, теперь просто нужно 9 цифр подписать. Нет, не трогай. Так, какой там? 1-0-0-1-2-3. Давай. Может так? Блин, давайте. Давай. Пробуем все коды. Пока она не ожила. Она еще не, она не мертвая. 1-0-0-1-3-3. Давай. Цифр. Давай. 1-0-0-1-4-3. Может, давай. Давай. Да блин. Нет, ну остался. Я слышал его, походу. 1-0-0-1. Пока что. Это слизь. Тут ползет. Да. Я буду следить. Я неправильно написал, поэтому это не то. Так. Да давайте. Давай, 1-0-0-1-5-3. Давай, пользуемся. У нас одну цифру надо взять. 1-0-0-1. Давай. 6-3. Давай. Да что у тебя? Да! Еще 3. 1-0-0-1-7-3. Давай. Ее пока что тут нет, пацаны. Да я слышу, как она шагает. 1-0-0-1. 8-3. Давай. Отдать их. Все. Еще ноль быть, еще ноль, может, еще ноль. 1-0-0-1-9-3. Победа. Значит, ноль тут быть, А, да. Какие мы глупые. 1-0-0-1-0-3. Все, мы прошли. Да, мы прошли игру. Ты сбежал. Давайте 5. Да. Прошли. Давайте 5. Да. Прошли. Мы первый раз. Ой, второй раз прошли.
прошли эту игру, но первый раз втроем. Да, и давайте, ребят, мы с вами попрощаемся. Всем пока! Всем пока, ребят, с вами был Влад Лол, и Коннеки, и Майнкрафт Гей. Всем, ребят, пока-пока! Как, кстати,